колледже можно научиться чему угодно, было бы желание. Смотри в нашем видео различные лайфхаки для жизни, учебы и развлечений в колледже. Итак, первыми играют Лео и Джейкоб. Вы должны надуть шарики и с их помощью построить башню из стаканчиков. Готовы? Поехали! Вперед, Лео! Давай, Джейкоб! Скорее, Лео, у тебя получится! Почти! О, нет! Джейкоб! Есть! Я выиграл! Пора сделать макияж для вечеринки. Начну со стрелок. Нет, не получилось. Попытка номер два. Еще хуже. Как же другие девчонки их рисуют? Обойдусь без стрелок. Лучше накрашу губы. Аккуратненько. О, нет. Такой грим подошел бы клоуну. Но как же научиться делать красивый мейкап? Постойте-ка. У меня есть идея. Я же студентка факультета искусств. Я знаю, что делать. Последний штрих. Макияж получился отличный. Так вот в чем секрет идеальных стрелок. Просто все женщины немного волшебницы. Жасмин, смотри. Смешное видео, правда? Эй, Кэрол, посмотри. Может, поделишься? Нет. Меня ждет мой пирожочек. Какой он аппетитный. Он мой. Вот жадина. И не говори. Нужно ее проучить. Обязательно. Скорее, пока она не видит. Аккуратно. Теперь она точно наестся. Странно. Что такое? О, нет! Так нечестно! Оу! Вкусный бургер! Ну что, давайте играть? Не так быстро! Я знаю, как сделать игру веселее! Добавить моющее средство? Ого! Мне нравится эта идея! Так нам точно не будет скучно! Джейкоб, начинай! Что дальше? Становись сюда! Поверхность очень скользкая! Ой-ой! Я падаю! Ай! Куда только не прячут шпаргалки студенты. Идет? Нет, не идет. Еще чуть-чуть осталось. Как вам не стыдно списывать? Давайте это сюда. И это тоже. Главное, ваша подсказка – это знание. Теперь можете писать. Да-да. Но подстраховка тоже не помешает. Ушел. Смотри. Отличный лайфхак. Лео. Девчонки, вы супер. Студентам-медикам делать больше нечего, только скелеты рисовать. Не умею я рисовать. Я же не на художника учусь. Да ладно тебе, Жасмин, успокойся. Это еще что такое? Макароны? Что не так с макаронами? Странно. Софи, смотри. Как тебе мой скелет? Вау, крутой. По анатомии будет пятерка. Такс, какой у нас есть шампунь? Оу, ваши волосы густые и длинные. Попробую. Водичка, водичка, вода течет на меня, на меня. Он еще и с выпрямляющим эффектом. Привет, девчонки! Вау! Его волосы выглядят шикарно! Как
он это сделал? Я тоже такие волосы хочу. Сейчас разыграем мистера Грина. Скорее, Мия. Я здесь. Держу. Готово. Бежим. Это будет смешно. Ой, это я сделал. Надеюсь, что нет. Это еще не все. Австралия – это не только название материка. Ой, это что такое? Странно. Ладно, продолжаем. Не так быстро, профессор Грин. Австралию омывают два океана. Да что же это такое? Похоже, на вашей территории землетрясение. Ах, вот оно что! Эх, неблагодарные. Я возьму твою ручку. Ладно. Мой новый блокнот такой красивый. Жасмин, мне тут листик нужен. Дай ручка еще. Что? Спокойно, Жасмин. Что за поведение? Я должна положить этому конец. Кэрол, это мое. Нужно носить свои принадлежности. Софи, верни мне мою ручку. Быстро. Хорошо. Так-то лучше. Сколько можно брать мои вещи? Теперь их точно никто не тронет. И место тоже мое. Ясно вам? Что это на нее нашло? Мой шкафчик. Мой столик. И мишка мой. И кровать тоже. Этот новый профессор такой смешной. Привет, что делаете? Да так, болтаем. Милый, я так соскучилась. Ах да, это мой парень. Поняла? Похоже, мы ее сильно разозлили. Пока, Роберт. Ну, пока. Студенческое общежитие – лучшее место для розыгрышей. Пора подшутить над девчонками. Это будет очень весело. Нужно скорее приклеить их обувь к полу, пока они не проснулись. Готово! Доброе утро! Пора вставать! Ой! Ай! Моя голова! Кто это сделал? Это больно! Так, пора проверить работы. Приступим. Здесь три. Следующий. Сделаю-ка я себе чаю. Не только студенты любят друг друга разыгрывать. На чем я остановился? Ах, да. Здесь два. Учишь их, учишь. А им бы только котов рисовать. Осталось еще чуть-чуть. Все, я это сделал. Что? Куда делись мои записи? Я же все проверил. Это ручка с исчезающими чернилами. За что? Кэрол, прошу вас к доске. Я? Вы уверены? Да-да, ваша очередь. Там было что-то такое. Да уж, почти. Садитесь. Кэрол, это же элементарно. Вот так правильно. Теперь напишите это у себя в тетради на 4 листа. Ого. Стоп, кажется, у меня есть идея. Лео, можно я возьму твою ручку? И твою, Софи. Класс. Это работает. Так, я выполню задание в 4 раза быстрее. Кэрол, как ваши успехи? Умница.
Вот ваши бланки. У вас 30 минут. Спасибо. Откуда же можно списать? Эй, не подсматривай. Ну и ладно. У меня есть своя шпаргалка. Интересно. Эй, это еще что такое? Уберите шпаргалку немедленно! Как вам не стыдно? Я больше не могу читать. А Джейкоб справляется намного лучше. Как ты это делаешь? Эта подготовка к экзамену сводит меня с ума. Все просто. У меня в конспекте есть поощряющие конфетки. Каждый раз, когда я дочитываю параграф, я награждаю себя вкусняшкой. Вау, вот это мотивация. Можно я попробую? Угощайся. Круто! Вот это лайфхак! А какие лайфхаки для колледжа знаешь ты? Делись своими идеями в комментариях! Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик! До встречи!